Как известно, в Голландии самый распространенный способ передвижения – это велосипеды. Вот, велосипеды можно взять в аренду, но это вам обойдется немного дороже, чем если вы приехали на длительный срок и собираетесь подольше оставаться в Голландии, то лучше, конечно, приобрести велосипед, это будет дешевле. В Голландии весна, а мы боремся с распространением коронавируса. Сейчас вот такая замечательная погода. Самолеты в большинстве своем не летают. И сейчас, по-моему, даже холоднее, чем зимой стало. Ну, голландцев, в общем-то, особо не пугает COVID-19. Они все равно продолжают жить. Самые непослушные по версии немцев после шведов – это голландцы. Продолжая тему велосипеда в Голландии, хочется сказать, что это очень, на самом деле, эффективный способ. И экономия денег, и спорт, в то же время как бы покушал, калории сжег, не надо платить за фитнес, и добрался до дома с работы. В общем, получается уже как минимум 3 в 1, и это все велосипед. Вот такое как бы техническое средство, придуманное там в начале 20 века, которое сегодня в Голландии очень популярно и развито, и распространено обязательно всем в Голландию. И сразу либо в прокат велосипедов с аэропорта, либо, соответственно, на рынок, и либо по дешевочке там можно купить себе велосипедик, или соответственно, в велосипедный магазин, смотря у кого как с баблом, и затем это стать частью велосипедников Голландии. Welcome! Еще один факт в пользу велосипедного спорта или велосипедного передвижения в Голландии – это, конечно, все приспособлено здесь для этого вида транспорта, и включая дорожки безопасные, и включая отдельные светофоры, которые исключительно для велосипедников. Вот, поэтому сами решайте. Это, наверное, самая безопасная страна для велосипедников, и здесь у велосипедников больше прав, чем у автомобилистов. В Голландии сегодня, в принципе, не так уж много людей, как обычно. В общем-то, и это свойственно всей Европе. Сегодня все выглядит так, как будто военное положение кругом. Магазины закрыты, парикмахерские закрыты, кафе закрыты, все закрыто. Вот, работают магазины, аптеки. Ну и пару частников. Добрался до Роттердама, в общем, тут пожарники, короче, пошли в магаз закупиться, я думал, тут что-то случилось, они просто в коп приехали закупиться. Как говорится, тот синс.